Ну вот, никогда такого не было. И вот снова, сбили, как у них говорят, касатики из Министерства отрицательной обороны РФ 20 самолетов украинских ВВС за месяц. Сбили, глазом не моргнули. Но как всегда, как говорят, дьявол кроется в мелочах. А именно, видать, перепутали сердобольные украинские самолеты с вертолетами К-52, которые успешно демилитаризировали вагнеровцы. Да еще и умножили сбитые борты на два и с хвостиком. Ну и в свою очередь в ВСУ ответили на ЦМРН. А именно, спикер наших ВВС Юрий Игнат нам сообщил во время телемарафона «Единственные новости» в понедельник 26 июня, что достоинства, которыми кичится Министерство обороны РФ по уничтожению украинской авиации, существуют только в их воображении. Минобороны РФ перманентно заявляет о якобы сбитии 20 самолетов Украины в месяц. Россия в своих сводках уничтожает в месяц по 20 наших самолетов, а то и больше. Хочу отметить, что в июне у нас была потеря самолета. Это было в начале этого месяца. К сожалению, такое случается, но это война. Но, это один. А у них, россиян, утверждается о 20, а то и больше. Военный добавил, что за последние две недели оккупанты неоднократно пытались атаковать аэродромы в Украине, поскольку украинские самолеты сейчас успешно выполняют задачи на десятках оперативных аэродромов. Мы все видим результаты этой боевой работы. У врага понятно, что полыхает. Поэтому он неоднократно пытался за эти последние две недели атаковать наши аэродромы, добавил он. В общем, ребята, все как всегда, только во влажных мечтах Коношенкова они сбивают эти самолеты. Точно так же, как уничтожают и по 200 украинских танков в неделю и захватывают по 10 Сауд-Цезарь-Краб за один присест. Поэтому, подписываемся на канал, жмем колокол, палец вверх и все остальные правильные кнопки и ссылки под роликом. И будет вам и плюсик в карму, и, как мы любим говорить, огромный зачетище.